It's radio for the Federation. Познакомить с сайтом OnlyFans. OnlyFans – это сайт, на котором любой контент-мейкер может зарабатывать деньги на посетителях или подписчиках. Авторы могут зарабатывать деньги, предоставляя эксклюзивный материал. Сейчас сайт стремительно... Да! Дед, выйди, пробзнись. А я пока за тобой песок поубираю. Так, стоп. Уберешь позже. На, отвези эти документы архаровцы. Давай. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Я не знаю, чем ты тут мусоришь, но после уборки твоего кабинета мне рыгать хочется. Давай, давай уже. Значит так, за выкладывание фоток дают деньги. Так, начало неплохое. 5-1, за защиту у Нави явно все работает. Весьма качественно, причем работает. Но вот дебил, а? О, Дим, привет. Слушай, мне помощь нужна срочно. Какая? Одолжи 1000, пожалуйста. Ты что, смеешься? Нет, конечно. Чувак, блин, у меня есть топовая аналитика на этот матч. Я тебе через 1.5 часа верну деньги еще и с процентом. Все будет огонь. А если они проиграют? Да быть такого не может. Я ж на GameSportBet взял прогноз на матч. GameSportBet? А это что? Как это что? Это официальная аналитическая компания, которая делает прогнозы на киберспортивные события. Покупаешь у них подписку, получаешь доступ к прогнозам, ну и делаешь по ним ставки. Так и зарабатываешь. Вон они в феврале в плюс 200 тысяч вышли. Ой, Вадик, прекращай. Да подожди ты, ну, это реальная темка. Это не эти вон мошеннические раскрутки баланса. У них реально объективная аналитика от профи своего дела. Я вон Жеке долг вернул уже, Аркадию Евгеньевичу, его только тебе осталось вернуть. Ладно, хорошо. Давай номер карты теперь. Пиши. Должен был. Так, ладно, Вадик, рассказывай, сколько подписка на GameSportBet стоит. Ха, у них сейчас акция. 5 дней за 1 рубль всего. За это время ты как раз успеешь подзаработать, ну и продлить себе доступ дальше. Так, супер, давай мне быстренько, как мне на них зайти туда? Так, ссылочка ж в описании под видео. Там, если промокод ведешь еще полис, то вместо 5 дней, целых 10 дней тебе будет доступа. Вообще огонь. Все, ну, спасибо огромное. Ай, красавчик. Лучше. Эй, ты, мудила. Да ты. Бегом поднял меня на 3-й этаж. А нормально попросить нельзя? Слушай сюда, кусок дерьма. Ваш начальник положил на меня эту макулатуру, чтоб я привез ее тебе и твоим дружкам. Поэтому немедленно перенеси меня на 2-й этаж. А если не перенесу? Я тебе в рот носу, понял, мудила? Посиди и подумай над своим поведением. Да, пошел ты. Ребят, я вам тут... Ержан, давай на работу, пора. Давай, доброе утро. Что ты задремал? Так,
Ладно. Тут Аркадий Евгеньевич передал документ. Так, Аня, ты на патрулировании. Да. Дима с Аней. А мы... Чего ржете? Да ты просто спал, потом, короче, проспался. С тобой... А мы с тобой едем по заявлению Кукушкина Антонины 48-го года рождения. Это к бабушкам я люблю ездить. Да-да. А что это ты так к бабушкам любишь ездить, а? Ну как это что? Ну они добрые, могут покормить. А я люблю, когда меня кормят. Ну хорошо. Поехали. Поехали. Да точно все будет нормально. Ну, не знаю. Я тебе говорю, я сейчас одну темку там проверну, и через неделю тебе верну в два раза больше. Все, бочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по объявлению. По заявлению. Нормально, я ошибся, да? Мабуть, вас и на правду по объявлению в полицию набрали. В смысле, да. Вы как так определили? А у тебя конкретно на лбу написано. Ладно, проходь ты. Что она имела? Это шутка, наверное, такая. Идем. Ань, ты чего такая грустная? Что случилось? Да я даже не знаю, как. Я в шоке, короче. Чего? В общем, я захожу к Аркадию Евгеньевичу в кабинет и... Аня, а у тебя есть аккаунт на OnlyFans? Да нет, конечно. Ничего. А что я там забыла? Ну как же? Фотки просто выкладываешь, бабки лопатой гребут. Аркадий Евгеньевич. Да вон, посмотри, я нафоткал, вот. Нет, Аркадий Евгеньевич, пожалуйста. Ну пожалуйста, ну что, тебе жалко, что ли? Ну, Аня, ну глянь просто, ну. А, ну, и что? Ну, я просто не шарю, что такое OnlyFans. Ну, на OnlyFans ты можешь выкладывать свои фотографии. Но подписчики их могут увидеть только если заплатят. Но в основном там модели, порноактрисы, ну и другие девушки выставляют свои голые фотки. Подожди, то есть, Ань, он тебе хотел показать свои... Фу! Стоп, а ты уверен, что он вообще туда именно свои голые фотки выкладывает? Проходь ты. Ну, рассказывай. Понимаешь, хлопчик, я в заявлении совсем другое написала. Мне нужна ваша помощь как мужчин. В каком плане? Подумай, здесь и страшное. Краны почини, стены побели, дверцы отремонтируй. А мужика дома нет. Я одна живу. Дочка взрослая есть, но она редко приходит. Так, понимаете, это же не наша работа. Мы полицейские, они какие-то бездушные твари. Конечно, мы вам с радостью поможем. Только у меня есть один вопрос. Какой? А вы нас покормите потом? Конечно, покормлю, внучек. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Наверное. Давайте я вам покажу, что нужно делать. Сама пойду в магазин за продуктами, пока вы здесь будете работать. Хорошо. 3-1. 3-1. Первый слушает. Улица Сахалинская, 4. Ограбление магазина. Приняли, выезжаем. Интересно, он нас скоро заметит? Не знаю. Привет. Ну куда же ты? Все равно же догоним. Ah!
Напоминаю, водитель, немедленно остановиться и прижаться к обочине. В случае неповиновения сотрудникам полиции нами будет применено огнестрельное оружие. Смотри! Задержаны по статье 185 Уголовного кодекса. Ну что, мальчики, справляетесь? Господи, что ты делаешь? Разрешил мою еду есть. Ты для этого что-то сделал здесь? Нормально, нормально, бабуль. Я сейчас перекушу и пойду работать. Если еще раз я вас из моего дома увижу, задницу пристелю, мошенники. Да-да. А Аркадий Евгеньевич, можно? Да, нужно. Заходи, заходи. В общем, докладываю. Угу. Подозреваемого задержали, доставили его в СИЗО. Вот все заполненные протоколы. Тут еще одно поступило еще заявление. У Линовского 58, домашнее насилие. Все, понял. Я тогда беру Аню, и мы выезжаем, да? Да-да, успеешь. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Смотри. Что такое? Смотри. Цветная, черно-белая, цветная, а это мы с тобой. Чего? А? Это OnlyFans? Ну да. Ты что, тоже там зарегистрировался? Нет, я там не сижу. Аркадий Евгеньевич, вы, видимо, что-то не так поняли. В смысле? Дело в том, что OnlyFans, туда девушки выкладывают полностью обнаженные фотографии. А мужчины за это платят деньги, чтобы на эти фотографии смотреть. Да-да, вот за такие фотографии вам никто ничего не заплатит. Девушки? Да. Я могу ехать, да? Да-да, поторопись. Он же дурак старый, дебил. То есть как изнасиловали? Как? Взяла и изнасиловала. У нас не было свидания. Мы приехали ко мне. Она начала меня раздевать и предложила пошалить. Приковала меня сюда. Я еще подумал, что это игра такая. А потом она... Я не хочу в этом верить. Да-да, давайте выпустим подробности. В общем, сделала она это со мной. А потом вытащила все ценные вещи из квартиры и ушла. Слава богу, она телефон забыла забрать у меня из штанов. Я чудом пяткой дотянулся до них и вам позвонил. А вы давно ее знаете? Конечно. Она тут живет, в доме напротив. Угу. Понятно. Ну хорошо, мы тогда пойдем к ней, а вы пока побудьте здесь. Как? Может, отпустите? Блин, а прикольно, конечно. Что?
Ну, я бы тоже бы не отказался, чтобы меня так наручниками пристегнули, ты понимаешь, да? А потом изнасиловали и ограбили, да? Не, ну, не так прям, чтоб просто пристегнули. Понятно. Ну да. Здрасте, бабу. Опять вы. Это что его? Бабка изнасиловала? Да ладно. Да ну. Бабуль, можно вас, пожалуйста? Да пошли нахуй отсюда. Ого. И что делать? Ну что, давай через забор перелазить. Давай еще все-таки постучусь, если нет, то перелезу. Бабуль. Я понял. Я же сказала, пошли отсюда. Так я таки не понял. Это старая бабка Шом. Мужика изнасиловала. Вадик, чем ты слушал? Это ее дочка. И она иногда приходит к ней в гости, а живет в каком-то другом месте. Ее уже подали в розыск. О, нашел. Вот. Выстрел в жопу солью – это широкораспространенный и традиционный народный метод воспитания и профилактики воровства, вандализма, пересечения акта дефекации на месте и попытки к бегству в самых различных случаях. Выстрел в жопу солью вследствие своей эффективности… Да все, прекращай уже. Не смешно. А ты что, друг, садись. В ногах правды нет. А-а, очень смешно. Я и забыл, у тебя жопа больная. О, Аркадий Евгеньевич там идет. Что такое? Че ты ржешь? А вас за шо? За шо, за шо? Оно тебе колышет? Зато предложение хотел бизнес сделать. Я сейчас сотрудничаю с одним сайтом. OnlyFacts называется. Че? Че? Ну, классный сайт, классный. Денег там, во! Я все подготовил. Но ты будешь голая. А я буду снимать. Ну, все пополам, 50 на 50. Нет, ну, честно говоря, план дебильный какой-то. Зачем ей давать 50%, если она может сама себе создать аккаунт и выставлять туда голые фотки? Тебе когда-нибудь из ружья в жопу солью стреляли? Да не, это не по моей части, это вот. По Дивиной. И мы же сегодня. Ну вы знаете. Стоп. Да, Аркадий Евгеньевич, вы на что намекаете? Отличный трофей. Сегодня у бабульки конфисковали. Ружишко. Аркадий Евгеньевич! Аркадий Евгеньевич! Ребят, есть кто живой? Оу!